Каждый год мэрия учреждает комиссию по организации празднеств, посвященных Новому году. Согласно графику, главную елку на центральной площади столицы устанавливали неделю. Сегодня состоялось открытие. Нами учреждена праздничная комиссия. В ее функции входит и установка главной елки страны. Ее длина 18 метров, а диаметр 8. Хорошая елка. В Ледовом городке прямо на центральной площади будет обустроен общественный каток. Сейчас ведется подготовка к его заливке. Лед ляжет прямо на брусчатку, поэтому его слой должен быть очень приличным. Мы установили ларек с горячим кофе, чтобы посетители катка могли погреться. Установим также 3 отсека для катаний. Первый предназначен для пар, второй для тех, кто только учится кататься на коньках. Здесь мы будем работать совместно с Федерацией конькобежного спорта. А третий – это общее отделение. До Нового года осталось 2 недели, а программа празднеств до сих пор держится в секрете. Жителям остается только догадываться, какие сюрпризы их ждут на главной елке страны в ночь 31 декабря. Денсма Эхбилек, Аист Монголия.